С сегодняшнего дня новые ограничения касаются всех северян, а не только тех, кому за 65, ведь многие восприняли нерабочую неделю как выходные дни, однако это не так. Это не праздники и выходные. Это режим нерабочей недели для того, чтобы минимизировать свои контакты, коммуникации, движения и общения. Нельзя воспринимать это как праздник. Нельзя воспринимать как это возможность объединиться в компании и поехать на какую-то тусовку. Посмотрите, сколько в мире, и не только уже в мире, уже и в нашей стране, летальных случаев от этой инфекции. И задумайтесь над тем, что вы делаете. Правительство пока только рекомендует ограничить свое передвижение, кроме походов на работу, если вы еще трудитесь, походов за продуктами или лекарствами в ближайшие магазины и аптеку, выноса мусора, обращения в больницу за экстренной помощью, а также выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома. При этом необходимо соблюдать дистанцию между собой в 1,5 метра. Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы. Губернатор допустил, что это могут быть не последние ограничения.